Ревность между Санем и Джаном принимает крутой оборот, и ему данная ситуация надоедает, поэтому он решает похитить ее. Джан готовит домик в горах, где планирует остаться с ней наедине и поговорить по душам. Однако они оба не успокаиваются, беседа превращается в скандал, они еще больше заупрямятся, с другой стороны проведут веселый день. Неожиданное исчезновение Джана и Санем больше всех беспокоит Полен и Игрита. Полен испугается, что они помирятся, она попросит помощь у Хюми. Интересно, смогут ли Джан и Санем растопить льды, оставшись и вовсе наедине. А посмотреть очередную 35-ю серию турецкого сериала «Ранняя пташка» вы сможете уже после 22 марта. Всем спасибо за внимание, пока!